Иди, иди! Здесь бдительные стражники. Вы чудовище! Видите, жалкие смертные, меня, Эмпидокла, не удержать в клетке. Поклонитесь, и я приведу вас к богам. Я не нужна кровь. Тех, кто последует за мной, я представлю братьям и сестрам богам. Бога не рань. Так что лучше спрячьте клинки. Не троньте божеств! Не нужно меня... Мне? Нашему... Встретимся! Там... Мы уважаем богов! Мир полон врагов! Если бы все голые узники становились богами, пантеон бы давно переполнился. Может, Эмпидокл бог, а может и нет. Но это не он забил юношу насмерть. Я пойду за тобой. Братья, сестры Китеры! Тем, кто предал Афродиту, не избежать. Пусть ты и не веришь, что я бог мистик, но в тебе точно есть что-то. И труд богов не без... Конечно. Одежда была бы кстати. Ты боишься, но нам нужно обсудить. Помогу. Часто ли вы по... Такому, как я. Идем воить. Но сперва... Богом краткости... Статуя страшна на меня. Страшно, это верно. Богам ни к чему помощь, но все же... С богами? Семейный...
Когда я прибыл в Китеру, меня бросили в темницу за мою веру. И ты хочешь вернуть? Еще бы. Диск. Расскажи мне про своих братьев. Они любят меня. Боги не стали. О, ты бы видел эту дверь. Ты сказал, вор перехватил тебя в гавани. Чаще всего он и его... Боги никого... С терпением у нас... Похоже, диск нашел. Давай за мной! Люди приезжают сюда поклониться Афродите.
Вот цена известности. Здесь меня могут заметить. Yeah.
Афининам будет нелегко навести порядок. Словно дар самой Афродиты. И о Мойры, у нее хороший вкус. Да, богиня была щедра, как и тебе. Всегда люби. Эти, видно, не из их числа. Драться умеешь. Я хоть и жрица Афродиты. Нападать на жрицу — дерзкий шаг. Ты... Я Диона, обычная прислужница Афродиты. Культ? Расскажи все, что... Не здесь. В город. Пойдем.
поганое отребье! Всех перережу! Здесь безопасно. Хорошо. Сейчас? И как следует? Хватит болтовни. Расскажи все, что знаешь о культе. Как пожелаешь. Мы давно следим за культом. О, Мойры! Из-за них моя сестра, верховная жрица, заперлась в своих покоях. Убить такое публичное лицо без участия верхушки культа невозможно. Мы имеем дело не с мелкими. Сестра велела защитить Китеру от культа и узнать, кто стоит за ее бедами. Рисковать жизнью, пока она прячется? Смешно. Увы, ее жизнь для Китеры важнее моей. О, Мойры, Мистий! Одной мне Китеру не защитить. Защитить Китеру? Воистину, у культа есть планы на Грецию. Используя свои методы, думаю, эти сведения, если они не удовлетворят тебя, я смогу. Меня интересуют только сведения о культе. И деньги. Много. Ты много эти деньги? Так... Отлично. Что требуется сделать? Три простых задачи. Моему другу в порту нужна помощь. Что еще? Сестра полагает, что в наших рядах есть предатель. Ей понадобится помощь. И, наконец, мы, жрицы, предпочитаем отравленные, но разбойники ограбили наших травников и укрылись в микенских руинах. Если это не культ, то обычный. Найди фиалы с ядом. Они пригодятся в сражении с культом. Где мне найти твоего друга? Спроси смотрителя порта в таверне гавани Скандея. Этот храм, где он? На дозоре Афродиты, на холме. Как мне найти руины? Они к югу от города и к северу от гавани Скандея. Она, вероятно, будет в сундуке. Сделаю, что... Спасибо, Мистий! Приоритеты, Диона.
Вижу. Рысь что-то чувствует. Должно быть, в пещере кто-то есть. Эй, я тебя слышу. Сюда. Я весь в крови. Помоги. Эй, я тебя слышу! Сюда! Я знал, что ты не рысь. Ты серьезно? Эти рыси... Попробую помочь. Слава богам! Расскажи о жене. Да, еще раз. Только я этого не говорю. Что я получу? Мой лук. Ты сказал, что ловишь Знаешь, Китер, если хочешь... Уже... Ты потерял много крови. Прошу, помоги мне вернуться в гавань Скандея. Все хорошо. Но вперед! В человеке крови. Силы на исходе. Ты его жена, значит? Да, жена Скучала по дурачку? Милый мой, ну? Не надо, Арыся. Рад, что вы снова... Чудесно, Кайре. Смотритель порт. Я от Дионы. Дионы? Я помогаю ей. Ложь. Скажи, что... А? Думаешь, у тебя... Если честно... Что ж, хочешь выслужиться перед... Они держат на охраняемом складе на... Попробую. Идет. Походит на измен. Мнительная верховная... У наемников редко бывают. Ну, Дион... Дай угадаю. Именно.
У тебя к Дионе какие-то чувства? Мы возлюбленные. Зачем я тебе? Мне плевать, что ты думаешь. Что ж, этих сведений хватит. Справишься, приходи. Это он. Вот он где. Нашел. Здесь опасно. Надеюсь, не меня не заметят. Здесь. Выпусти. Меня хотят казнить, но я ни при чем. Уж не знаю. Выпусти меня, пока стража не вернулась. Я освободил. Их было трое. Ты уже... Да, трех. А ты полезнее, чем кажется, убить. Слушаю. У врагов Дионы войска на атолле Китра. Уничтожь этих... Я сотру врагов с лица этого острова. Меня радует твой энтузиазм, но не стоит недооценивать. Ха! Довольно болтовни. Убей их капитана. Считаю, ну... Я поведал. Как добраться до... Плыви на юг. Где я могу найти капитана? Около затонувшего корабля. Нам удалось. Расскажи, что ты знаешь о культе. Какой культ? Разве капитан не культист? Да хоть сам олимпиец, мне плев... Очевидно, что мы с ней... А ты здесь не за тем же? Я здесь ради свержения культа. Хватит рассказывать мне про этот культ. И что за дурацкое название? Как скажешь. Я все выясню. Закончишь, Прекрасно. Уйди, проваливай. Или что? Или я... Ha!
Надеюсь, меня никто не заметит. Разойдитесь. Элла. Что упоминала Диона. Нужно глядеть в оба. Яд. Орудие труса. Отнесу Дионе. Дикое чудище. Эта тварь явно не из этих мест.
вижу его. Тоже иногда подумываю уйти, но куда? Никто не согласится принять на работу вора и убийцу. Это явно не культисты. Скорее, богатые наемники. О, ну и вонь!
Почему дорогая краска так пахнет? Что ты наделал? Ты убил моего сына! Мистий? Ты будешь наказан за то, что сделал! Я не убивал твоего сына, клянусь! Боги прислали тебя помочь мне! Преступник понесет наказание. Немезида, услуг... В чем дело? Моего сына убили на складе Мурексов. Это правитель Китеры! Они поругались на склад! Тогда почему ты не вмешался? Ступай на склад и выясни, кто убил моего сына! Убийца... Есть доказательства против правителя Китеры? Твой сын ошивался возле его дочерей. Дочерей? Я предупреждал его. Он был ослеплен их богатством. Чего ты взял, что убил он? Мы дали ему работу, а он решил нас обокрасть. Да, но я никому не причинил вреда. Причинил, когда пред... Не торопись с выводами. Где располагается склад? В дальнем конце гавани. Я отправлюсь на склад и осмотрюсь. Выясни, кто убийца, Мистий, а я присмотрю за этим Малакой. Я ни при чем, вот увидит! Вроде я на месте. С виду браслет дорогой. Один из подарков дочерей? Или попытка очернить их отца? Крови мало. Ему проломили голову тупым оружием. Орудие убийства. Тяжелое в запекшейся крови. Этот человечек не поднял бы такой вес. Что ты нашел, мисть? Я обыскал склад и нашел золотой браслет и табличку. Вот, я же говорил, что... Это ничего не значит. Табличка? Я впервые слышу о ней. Мистий, скажи, кто убийца? Если правитель и правда силен, только он мог поднять такую тяжелую табличку. Этот худосочный вор не смог бы как следует замахнуться. Убей правителя Китеры. Деньги получишь, когда он испустит дух. Непременно. Ты вернул мне добр... Какая походка. Я нашел. Хвала мне. Конечно. Я познакомлю тебя с... Будет интересно. В этом, милый...
Минутку, я... Ликуйте! Афина ждет! Арес хочет... Много обещаю. Не веришь мне? Ты несешь... Я вознаграждаю... Наша цель, Кари... Там вся твоя родня. Что все это значит? Приключения. И... Я люблю приключения. Те, у кого есть время и деньги. Продолжай. Главное — скрытность, мистик. Но прежде заплати и... Вот, держи. Прекрасно. Табличка приведет тебя к... Что? Просто скажи. Табличка. Что это значит? Смотри на табличку. Награда ждет у восточного берега Китеры. На острове Диаковти. Нашел. Пусто? Да я ему шею сломаю. Вот не будут тебе рады. Невозможно. В чем дело? Не может быть. Ты точно умеешь читать таблички? Почему ты так уверен? Я положил его туда. То есть... Нет.
Жрица, открой дверь! И ты убьешь меня! От кого ты? От Дионы. Я твой друг. Зачем эта дурочка прислала Мистия? Она должна сама выполнять приказы, а не нанимать других. Итак, среди твоих людей есть предатель. Сейчас никому нельзя верить. Что тебе нужно от культа? Они разрушили мою семью и ответят за это. И я покараю их. Ради семьи люди готовы пойти на многое. Культ должен ответить за многое. Я позабочусь об этом. Возможно, от тебя все-таки будет толк. Я поручила служанке проследить кое за кем и... Она пропала. Верно. Но меня волнует не она, а сведения, которые она добыла. Принеси их мне. Заметно, что ты не любишь сестру. Что произошло между вами? Я старшая, и поэтому у меня больше прав и обязанностей. А Диона злопамятна и завистлива. Она хочет ослабить мое влияние. Считает, что была бы лучшей верховной жрицей. Ясно. Но мы сестры. Жаль, что она завистлива. Где лучше начать поиски? Она должна быть в окрестностях Китер. Помнится, где-то в тех краях есть дом. Начну оттуда. Она бы предпочла держаться подальше от... Ты имеешь какое-то отношение к побегу узников из военного лагеря? Да, имею. Начальник порта сказал, что ты берешь под стражу невинных людей и казнишь их. Я не мог не вмешаться. Я не хотела казнить их. Пытать? Возможно. Они предстали бы перед судом. Каков лжец! Он бушует в храме, когда моя сестра отвергает его. Но это уже чересчур. Я закрою глаза на твой проступок. Добудь сведения, а я пока разберусь с ним. Напомни, куда нужно идти? К дому за пределами города. Ты получишь сведения. Славно, ты не пожалеешь. Нашел. За городом не так много мест, где может скрыться служанка. Похоже, она здесь. Верь Мойрам. Адресована Верховной Жрице. Она должна узнать об этом. Надо выбраться отсюда.
Ну, что насчет служанки? Ее убили. Это как-то связано с запиской. И все? Остального не видно под пятками. Чушь какая-то. Она защищала ее. Теперь мы не узнаем, есть. Но исключать такую возможность нельзя. Дела хуже некуда. Помоги. Нужно быть осторожным. Я освободил наемника. Отлично. А ты все соблазни. Сестра передает при... Что удалось узнать об... Похоже, в храме предатель. Но она не знает, кто. Она лишь получила записку «Не верь Мойрам». Интересно. Спасибо, Мести. Вот и сумка травника. Теперь... Мы сможем быть уверены, что жрицы готовы к битве. Я все сделал. Встретимся у моей виллы. Мои лазуки, если у нас останется время. Нет. Самое главное сейчас культ. Клянусь. Как... Мы ждали тебя. Следуй за мной. Мне велено присмотреть за тобой до ее появления. Твои плечи, должно быть, устали. Я помогу тебе расслабиться к приходу Дионы. Может, останешься ненадолго?